Здравствуйте, я Наталья Некрасова с автошколы машинного вязания, где мы обучаем стремительному осваиванию абсолютно любой вязальной машины с нуля. Сейчас вам расскажу очень простой способ расчета петель, когда нам нужно сделать убавку внутри полотна. Для многих расчеты представляют очень большое затруднение. Я вам показываю мой способ, которым пользуюсь давно и который исключает ошибку, в то же время очень удобный и простой. Итак, у меня есть полотно. Здесь 64 петли. И, допустим, эти 64 петли мне нужно припосадить, ну, на любое количество. Например, получить 51 петлю. То есть для того, чтобы было вообще неудобно считать. У меня было 64, мне нужно получить 51. То есть первое, что я делаю, это из 64 я вычитаю 51. И смотрю, сколько петель мне надо убрать. 13. 13 петель мне нужно убрать, чтобы из 64 получить 51 и равномерно распределить по иглам. Ставлю в рабочее положение на пустой машинке 51 петлю. Для того, чтобы это было равномерно, 51 делю на 13. 51 делим на 13, получается 3,92. Округляю до большего числа, 4. То есть через 4 иглы я буду делать убавку. 1, 2, 3, 4. 4. 4, 1, 2, 3, считаю количество игл. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. У меня получилось 12, но мне нужно 13, значит делаю где-то через 2 иглы. Так, убираю. Пару раз делаю через 2 иглы. 4, 4, 4, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Максимально равномерно распределены петли. Где-то 2 иглы, где-то 3. Расчетов, видите, никаких. На пустой машинке. Не надо ничего навешивать. И теперь у меня есть 51 игла, на которую я буду делать присборку. Выдвинутые иглы 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Это те иглы, на которых я буду надевать по 2 петли. То есть те иглы, которые стоят в рабочем положении, одна петля. Те иглы, которые в переднем, 2 петли. И таким образом, надевая полотно на иголки, я сделаю равномерную убавку. Надеваем. 1, 2, 3. На выдвинутую иглу 2 петли. Раз, два. Раз, два, три. На выдвинутую иглу 2 петли. Раз, два. Идеальная равномерная убавка без сложных расчетов. На глаз делать не получится, долго считать мало кто умеет. Если этот способ расчета вам понравился, нажмите «Нравится», поделитесь с друзьями, подпишитесь на наш канал, чтобы узнавать много нового и интересного. Обязательно приходите на бесплатные посиделки. Я жду вас в нашей школе машинного вязания, где мы изучаем огромное количество вязальных секретов. Ваша Наталья Некрасова.